В честь 80-летия шахтерской столицы в Караганде стартовал городской турнир по лыжным гонкам. В этом виде спорта могли попробовать свои силы дети и взрослые с ограниченными интеллектуальными возможностями. На соревновании побывала наша съемочная группа. Открытый турнир по лыжным гонкам собрал символичное количество участников – 80 человек. Спортсмены соревновались на дистанции от 100 до 1000 метров. Основная цель всех наших мероприятий – это привлечение наших детей в социум, чтобы наши атлеты, как мы их называем, были равноправными членами нашего общества. Ну, конечно, посредством спорта и занимались физической культурой. Такие соревнования по зимнему виду спорта проходят по инициативе благотворительной общественной организации Special Olympics Карагандинской области. В состязаниях принимают участие воспитанники медико-социальных учреждений, коррекционных школ-интернатов и дети-инвалиды. Меня Маша звать. Я это спорт уже из детства уже начала, как сказать, кататься. Вот по лыжам, по теннису, по легкой атлетике у меня движение. Вот. И я люблю. Когда покатаюсь, у меня все хорошо. Уже на протяжении 15-16 лет веду здоровый образ жизни. В 2009 году я был в Соединенных Штатах Америки, в городе Бойсе. Вот, выступал за сборную паралимпийских играх участвовал, выступал за сборную Казахстана, привез два призовых места. У истоков движения Special Olympics стояла семья Джона Кеннеди в 1968 году. Общественная организация обрела международный статус. Благодаря всемирному движению в настоящее время по всему миру насчитывается более 3500 атлетов, а в Карагандинской области более 2000 спортсменов. Организаторы уверены, что спорт поможет этим людям найти свое место в обществе. Бакыт Гулюкасова, Виталий Силин, Артем Ковалев, 5 канал.